Немножко почистимся, и вы будете в порядке. Друг, да? Я не верю, что Бог существует. Зачем ты говоришь мне это, мой друг? Это же очень просто. Когда мы выходим отсюда, мы осознаем, что Бога нет. А если Бог действительно существует, тогда скажи мне, почему так много людей страдает? Почему так много брошенных детей, больных людей? Нет, мой друг, если бы Бог существовал, то не было бы страданий. Не было бы так много боли в этом мире. Если Бог есть, то как Он допускает это? Хорошо. Встретимся в другой раз. Друг, парикмахеры не существуют. Что? А как насчет меня? Парикмахеров нет, потому что если бы они были, то не было бы людей с такими длинными волосами, как у этого парня. Ха. Парикмахеры существуют. Проблема в том, что эти люди не приходят ко мне. Точно. В этом проблема. Бог есть, но проблема в том, что люди к нему не приходят. Поэтому, мой друг, так много боли и страданий в этом мире.